Всем привет! Илья Карнаухов, победитель на 1500 метров. Сегодня результат 3:40 с чем-то. Бегом относительно я доволен. Конечно, результат в этом сезоне не совсем тот, который я хотел. Но в силу неких обстоятельств, на данный момент это даже как-то и хорошо, то, что я сейчас бегу. Хочу поблагодарить своего тренера Дарью Борисевич, поблагодарить всех своих друзей, близких, родственников, которые на трибуне, которые болеют. Мне очень приятно. Спасибо соперникам. Не думал, что не ожидал, что победа будет легкая. Она и не была легкая. Соперники подтягиваются, результаты растут, и это не радует, конечно. Все, всем спасибо, всем удачи, скоро увидимся.